Всем привет, друзья! И мы продолжаем играть в серию игр под названием Troll Face Quest. Это Troll Tube. Какая-то троллирующая труба, я не знаю, короче. В общем, это наш любимый YouTube, только в котором нас троллят. Зачем я это говорю? В общем, будем играть. Чувак, как обычно, сидел там за компьютером, и тут появилась рука из интернета, которая засасывает его. Ну, в общем-то, это происходит со многими. А, это старый прикол был. Ну, сейчас скример появится, я знаю. Ну, чувак из видео сделал то же самое. Тут по очереди надо. Не сожалею. Почему ты такая злая белка? Хотя это какой-то полухомяк, полусурок, я не знаю. Нам надо как бы телефон. А чувак счастлив, что вот он упустил какой-то бананофон, который стоит там миллионы, там, ой, что-то тут 18+, это нам не надо открывать. Что там? Люмия? А, Люмия. Чё? А, 3310. А, это ноги. Конечно. Ноги не убивают. Но это стандартно. Лошара. Что надо было сделать просто? Что? Что ты вообще тут делаешь? Где мы вообще находимся? Так что же делать? А! Ну, натуре, сожри таблеточку и все. Классно! А, это моя резерв. Челябинск. Вот что-то... А, это у тебя? Ха, вот такой вот тебе враг любом. Лошар. Можно нажать что-то? Ха-ха-ха! А, это PewDiePie. PewDiePie. Что за там такая говорит? О, у тебя отвертка есть. А, я увидел, короче. Да, сейчас все будет, я все увидел уже. О, у него что-то в ухе. У кого-то в ушах бананы, у кого-то какие-то... Салатик приготовить? Какой? Почему? Какое-то кулинарное шоу? А. Изюм. Это какой-то чувак из... Гордон Рамзи, по-моему, он на него очень похож, как минимум. Слоумо. Ну что, классно же. Ну, вот так это и работает. Ice Bucket Challenge.
Это уже не популярно. Ну, ладно. Давай как бы вместо Ice Bucket Challenge. True Bucket Challenge. А, кстати, он не передал никому эстафету. Я другой хочу, наверное. И? Ты чё это? Тут 100% что-то с мусором связано. Ice Bucket Challenge. Что-то конкретное надо нажать? А, вот так. Все. Сосед адекватный. А, это Bucket Challenge. Че, все что ли? А, тут тоже же 10 уровней. Ну, в общем-то, на этом все. И подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Ставьте лайк. И рассказывайте друзьям. На этом все. И, собственно, это видео мемс. То, что, в принципе, уже не так популярно, но будут еще много мемов. В общем, на этом все, и всем пока.